Что будет, если не спать целую неделю? Твое здоровье станет ухудшаться, твой иммунитет снизится, ты будешь часто ссориться с окружающими и конфликтовать. Ты можешь впасть в стрессовую ситуацию. Не спать – это очень опасно. Человек без сна не может прожить больше недели. У тебя перестанут восстанавливаться поврежденные ткани и клетки. Твоя энергия будет на нуле. Ты точно этого не знал. Каждый третий человек на Земле не может хрустеть пальцами. В течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов. У горожан больше волос в носу, чем у деревенских жителей, и эти волосы у них толще и жестче. Американцы тратят на кошачий корм больше, чем на детское питание. Занятый тяжелым физическим трудом взрослый мужчина выделяет 4 литра пота в сутки. Делитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо, что смотрите. Факты, которые ты не знал. 80% долгожителей, доживших до 100 лет, это женщины. Человек моргает 10 миллионов раз в год. 40% американцев никогда не посещали стоматолога. Каждые 3 секунды на Земле рождается ребенок. Факты, которые тебя удивят. В среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду. Почти 30% женщин, узнав, что выиграли лотерею, прячут выигрышный билет в лифчик. Большинство мальчиков рождается днем, большинство девочек рождается ночью.